И всем здорово, с вами Алекс, как всегда. И сегодня мы опять будем играть Base Farm Simulator, да, или Roblox. И посмотреть, сколько у меня тикетов. Это значит, я могу купить новую пчелу. И это очень здорово. Я столько копил, чтобы купить эту пчелу. И наконец-то она будет моя. Где я выполнил квест? Да ладно. От кого этот квест? Я рад просто, что наконец-то я куплю вот эту пчелу, вот эту. Так. Шоп. И вот эту. Да. А что она делает? Я посмотрю, чтобы понять. Кошка что? Вот это. Ладно, я эту куплю. Yes. Ебой. Ура, я рад. Ура, у меня пчела есть новая. Ебой. Так. А мне надо купить удалитель. Это... Как я это... А какая у меня пчела больше? Я вот хочу посмотреть. Так, у меня... Бэйби, сколько у меня? 3. Ладно, шайни. Удалим одни. Ура! Я просто... У меня трясутся руки. У меня наконец-то будет новая пчела. Я очень долго это ждал. И мечта сбилась. Или я могу купить новую инвентарь и потом. Копить или не копить. Вот очень сложный выбор. Или просто удалить его. Ай, накоплю я лучше. Ну вот такое видео получился. Да. Наконец-то у меня будет вот такая пчела. Да. Конечно, я вам это не показываю, потому что... Ну, простите, но я хочу, чтобы мне надо покупать это, яйца. Так что я лучше подожду. Я терпеливый. Так что, да, ждите, когда будет у меня это яйцо, я вам покажу на видео. Так что, да, ждите это видео. Я вам обязательно покажу. Как я положу... Ну, инвентарь у меня будет. И еще я выполнил этот квест. Наконец-то я тут... Вы не представляете, сколько я долго это выполнял. Там просто надо было тикеты. Ну, давай, дай мне что-то. 4! Ты издеваешь? Такой сложный квест был. Ты мне только 4. Спасибо, я тебя ненавижу. Почему ты дал мне такой сложный квест, а только 4 дал? Тикетов. Это странно. Я уже выполнил. Чего? Не, ну это слишком жестко. Ты немножко полегче. Ой, да, опять будет очень много проблем из-за него. Так, еще мы откроем, и я посмотрю, какая у меня будет новая пчела, может, музыкальная. Я хочу еще одну, потому что у меня очень мало этих. Или вообще звездная пчела. Я, у меня 13 желеек, я их потом потрачу на 7-ки. Ну, это потом, потому что мне все равно. Давай, еще раз. Еще раз. Ну. О, сразу. Вау, какое везение. Сразу я сказала, я хочу музыкальную. И сразу выпал. Офигеть. Это офигеть. Да, это удача. Ну и вот. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока.